Привет! Я Варя Котикова, а это... Слегка колдунские и необъективные факты. Поговорим о гороскопах. Я люблю эту тему, но воспринимаю ее не более чем как для развлечений и мемов. Предупреждаю, я в этом не разбираюсь. Будут весьма размытые понятия. Как, в принципе, и всегда в гороскопах. Так, у нас тут Луна в Водолее, это значит рациональный. А здесь Уран в Козероге, значит излишне эмоциональный. Так, подожди, Сейчас мы сделаем видео по тому, в чем ты не разбираешься. Если я внезапно начну в чем-то разбираться, я обязательно вам сообщу об этом. Ну что, разделим все 12 знаков по стихии, то есть на 4 части. Ты кто вообще такой? Зачем змею достал? Срамота. Давай, иди отсюда. Сильные духом ребята, их сложно не заметить. Вспыльчивые, активные. Пока не перегорело. Нужно время от времени подбрасывать дрова в огонь. Если вы понимаете, о чем я. Я вот нет. Прут напролом, но каждый по-своему. Знают себе цену. Тебе тоже не стоит забывать об этом. Овен. Со мной бесполезно спорить. Лев. Дорогуша, я могу себе позволить потратить все. Стрелец. Ты же сам понимаешь, что я прав. Прими это как факт. Слушай, я вот ещё не понимаю. Ну типа, почему стрелец огонь, а не воздух? То есть что, все остальные стихии разобрали, остались только эти? А водолей точно не может быть огнем. У всех остальных хоть какая-то связь, а тут типа чё? Хватит искать логику там, где ее нет. Эти ребята видят тебя насквозь. На кривой козе не подъедешь. Не конфликтны, пока ты не попал в поле их зрения. Фантазеры где-то там существуют. Где-то в глубине души очень ранимые. Рак. У меня есть мечта, и я к ней ползу. Скорпион. Я токсик, но ты меня любишь за это. Рыбы. Ты на меня не так посмотрел. Мы расстаемся. Почему знак рака похож на двух рыб, а знак рыб похож на букву Н? Люди, что крепко стоят на своих двоих. Реалисты. Неспешны. Зато получается все, за что берутся. Практичные ребята, с ними не пропадешь. Помогут выбрать качественные шторы по скидке. Ты будешь окружен заботой, даже если ты этого не очень хочешь. Телец. Давай закажем пиццу и никуда не пойдем. Дева. Какой Таиланд? У нас прекрасный карьер в часе езды. Козерог. Ты не думай, я не злопамятный. Я все прекрасно услышал и запомнил. Весьма открытые и общительные ребята. Жизнь их просто кипит. Не тратит время на пустые дела. Только на те, что хочется сделать именно сейчас. Зато как профессионально. За любой движ, кроме голодовки. Не витают в облаках, но слегка ветрены. Если ты зануда, тебя исправят. Близнецы. Алло, я уехал в Краснодар. Наверное, сегодня уже не увидимся. Весы. Надо бы все взвесить. Не могу выбрать кого-то одного. Водолей. Если у нас с тобой не получится, то у меня есть план Б.